Комплексная услуга «Скоро в школу» оказывается многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами и низкими доходами. В муниципалитете насчитывается более 6 тысяч получателей данной услуги. В рамках комплексной услуги многодетные семьи получат выплату на приобретение школьной формы в размере 3000 рублей. Семьям с ребенком-инвалидом будет выплачено 13 020 рублей на питание и одежду. Выплаты автоматически придут на лицевой счет тем, кто уже получал их в прошлом году. Родители получают соответствующие уведомления по СМС и в мессенджерах. Кроме того, семьям с низким доходом, где есть ребенок, который пойдет в первый класс, в августе вручают подарочные наборы – рюкзак с необходимыми письменными принадлежностями. По традиции, рюкзаки с поздравлением губернатора первоклассникам из малообеспеченных семей глава муниципалитета и его заместители вручают лично.